Девчонки, всем привет! Меня зовут Ангелина, и в этом видео мы будем готовить мой первый, надеюсь, далеко не последний бибимбап. Для этого мне понадобится рис, фарш, грибочки, шпинат, кабачок, салат, морковка, 2 яйца, чеснок, соль, перец, кунжутное масло, соевый соус и лук. Давайте приступим. Для начала мы подготовим рис. Для этого нам нужно 0,5 кг риса. После этого мы должны его 2 раза промыть и потом добавить 550 мл воды. Ставим рис на самый большой огонь и доводим его до кипения. После того, как рис закипит, мы убавляем огонь на минимальный и ждем 15 минут, не открывая крышки. Как только 15 минут прошло, мы быстренько поднимаем крышку, закрываем полотенцем и закрываем. Наш рис готов. И мы можем приступать к овощам. Первая у нас будет морковка. Мы ее мелко-мелко нарезаем. Следующий кабачок. Та-дам! И наконец-таки грибочки. Ура! Все готово! Пришло время шпината. Теперь мы в водичку добавляем чуть-чуть соли, доводим ее до кипения и добавляем листики. Нам их нужно как можно лучше ошпарить водой. После 2 раза промыть в обычной воде, добавить соль и нарезать кусочками, добавив в тарелку. Отправляем овощи на сковородку и добавляем в общую тарелочку. Теперь приступим к салатику. Та-дам! И салатик готов. Следующий у нас фарш, самое главное в этом блюде. В фарш мы добавляем лук и чеснок, далее перец, чуть-чуть соли, ложечку кунжутного масла и ложечку меда. Нам осталось все тщательно перемешать и обжарить все на сковородке. Вот и все, наша тарелочка готова. Фарш, кабачок, грибочки, морковка, шпинат и, конечно же, салат. Осталось только пожарить яйца. Теперь наши ингредиенты точно готовы, и мы начинаем собирать наш бибимбап. Сначала кладу рис, затем морковь, шпинат, грибы, кабачок, фарш и салатик. Сверху все украшаю яйцом. Та-дам! Все готово! Вот такой бибимбап у меня получился. Надеюсь, вам понравилось это видео. И вы тоже приготовите бибимбап. Выглядит очень вкусно. Но перед тем, как кушать, не забудьте все-все-все тщательно перемешать. Ведь именно так в Корее правильно кушать бибимбап. Оставляйте свой отзыв в комментариях по поводу этого видео. С вами была я, Ангелина. Всем пока-пока!